Ребята клуба «Экос» 6-й гимназии в дендропарке частые гости. Сегодня визит особенный. Идут вешать скворечник. 67-й. Предыдущие 66 установили осенью вместе с известным путешественником Федором Конюховым. Тогда же он и попросил повесить один в день своего рождения, когда он сам будет в путешествии. По его инициативе в дендропарке в этот день была проведена акция «Птичкин дом», для которой Федор Филиппович со своим партнером подготовил 67 скворечников и синишников. Это была такая замечательная акция, которая ознаменовала открытие дендрологического парка. А сегодня у нас дополнительная акция. Мы вешаем символичный 67-й скворечник в честь дня рождения Федора Филипповича, у которого сегодня именно день рождения. Ранее парк имени Александра Сергеевича Яблокова был закрыт для посетителей. По инициативе руководства города и при поддержке Минимущества дендропарк начали восстанавливать и очищать. Сегодня вешают еще один птичий домик для желтоголового королька на пихту пушкинскую оригинальную, выведенную в нашем лесопитомнике. Старшеклассникам «Экоса» дендропарк знаком хорошо. В течение нескольких лет ребята приходили сюда и посильно помогали. И не только здесь, но и в городе. Сажали деревья. А скворечники вешали, мусор убирали. Потому что мы должны защищать планету, должны ей помогать, чтобы она чистая была, чтобы процветала, чтобы дарила нам счастье. Неделю назад Федор Конюхов вышел в плавание. Его маршрут от Новой Зеландии к мысу Горн в Южной Америке. В день его рождения экосовцы развезли по скворечнику в каждую школу. С днем рождения! Желаем вам! 7 футов под килем. Здоровья. Удачи. Долголетия. Счастливого плавания. У-у-у.